хотели бы поздравить вас с наступающим днем 8 марта. Спасибо. Пожелать спасибо. Вам здоровья. И сопутствие на соблюдение правил дорожного движения. Это такая штучка, которая вешается на подголовничек для ручной платья, для сумочки. О, спасибо огромное. Сотрудники Щелковского отдела ГИБДД по традиции решили поздравить прекрасную половину человечества с предстоящим праздником 8 марта и провели ежегодную акцию под названием «Цветы для автоледи». Они останавливали машины, за рулем которых находились женщины, и вручали им букеты с тюльпанами, а также небольшие символичные сувениры. Заодно инспекторы в очередной раз напомнили дамам о правилах дорожного движения и о том, что при управлении транспортным средством всегда нужно быть внимательными и осторожными. Сотрудники госавтоинспекции поздравляют всех представительниц прекрасного пола с наступающим праздником, желают им крепкого здоровья, счастья и мира в семье и всего самого хорошего. Самое главное, призываем, конечно же, не нарушать правила дорожного движения. Помогали сотрудникам госавтоинспекции поздравлять женщин с приближающимся 8 марта волонтеры Молодой гвардии Единой России. Все автолюбительницы были приятно удивлены оказанным им знаком внимания. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.